все, кто заглянул ко мне на канал. Меня зовут Светлана. И сегодня я хотела бы рассказать о своих посылках с китайских сайтов. Это будет сайт CNDirect и AliExpress. Если вам интересно такое видео, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. Я знаю, что многие не любят эти обзоры китайские. Если вы не любите, то, пожалуйста, нажмите крестик сверху. И не нужно писать в комментариях, что вам не нравятся такие обзоры. Просто их не смотрите и все, берегите свои и мои нервы. Мне же такие обзоры интересны. Я всегда их смотрю у других блогеров, потому что там можно найти много всего интересного. То, что можно купить именно на китайских сайтах. Купить только на китайских сайтах, поэтому я с огромным интересом всегда их смотрю. И если вам интересно, то продолжайте меня смотреть также. Значит, что я заказала с сайта CNDirect? На этот раз заказ у меня был наполовину удачный, наполовину не очень. Сначала начну с маленьких штучек, которые я заказала. Значит, это были две штуки для ногтей. В общем, опять я заказала вот такие вот очередные перышки, наклейки водяные. У меня есть уже вот точно такие же с AliExpress я заказывала. И в этот раз это уже вот такие вот они разные-разные. Я очень люблю, как перышки смотрятся на ногтях. Вот, к тому же это водяные наклейки, то есть на любой вкус и цвет можно подобрать. Очень такие красивые, яркие, просто обалденные штучки. Мне очень нравится, как они смотрятся, особенно вот это. Мне очень понравилось наклеечки. Такие вот они в точечку. В общем, всем могу посоветовать. У меня уже такие, повторяюсь, были. Очень удобно и красиво смотрятся на ногтях. Классные наклеечки. Очень-очень понравились. Значит, следующее, что я заказала, опять же, было для ногтей. Это очередные ромашки. Ромашки, как я говорила, я уже заказывала не раз на Алиэкспрессе. В этот раз я решила взять вот такие. Вот у многих девочек я их видела. Единственное, две пришли вот такие вот кривые. Видимо, пока доставлялись, их погнули. Я не смогла их выгнуть. Но, в общем, это обычные вот такие вот. Действительно, на ромашки похожи, на таком лепесточке. Вот, и здесь их, в принципе, довольно много. Я их еще не раскрывала, но для того, чтобы снимать видео, показывать свои покупки лаков, они мне всегда-всегда пригодятся. Поэтому у меня такие вещи не пропадают, так скажем. Поэтому я решила их заказать на этом сайте. Мне нравится, что они не прозрачные. Мне не очень нравятся ромашки, которые прозрачные. На них лак выглядит несколько иначе, чем на наших ногтях. Эти же приближены больше к цвету наших ногтей, поэтому здесь они выглядят более, так скажем, натурально, так же, как они выглядят на моих ногтях. Вот, вот эти две покупки для ногтей у меня были. Следующее, что я считаю очень-очень удачная покупка, это были вот такая вот прелесть, мятная прелесть, это макарун. Очень сейчас он мне подходит под мои ногти. В общем, вот такая вот совершенная милость. Это наушники в такой вот милой коробочке. Вот так вот они там помещаются. Значит, их увидела еще давно дочка моя на Алиэкспрессе. Когда я увидела, что они есть на этом сайте, я, конечно же, поспешила их заказать. Там есть, по-моему, 4 или 5 разных вариантов. И черные, и белые, и желтые, и красные, по-моему. Мы выбрали вот такой вот очень красивый нежный цвет. Мятно-розовый. Такое вот сочетание. Значит, сами наушники идут розового цвета. Вот с такими вот зелененькими штучками. В общем, от наушников мы остались в полнейшем восторге. Я оставлю ссылочку на свой обзор, на отзыв на Рекомити. Вот, в общем, очень такие удобные сами вкладыши в уши. Они просто отлично садятся. И очень удобно, что они закрывают полностью все ухо, то есть не мешают какие-то посторонние звуки. И звучание само просто обалденное. Дочка с удовольствием их носит сейчас. И вот этот вот милый бантик, который идет как ограничитель расширения наушников. Вот. Такие вот милые детали создают прям обалденное такое, обалденный такой комплект. В общем, это можно использовать отдельно, как шкатулочку, ложить сюда какие-нибудь сережечки, например. И также для наушников. Они сюда отлично помещаются, их скручиваешь и носить с собой, для того, чтобы наушники, например, наушники у меня по сумке всегда вот так вот, вечно в разброс, начинаешь их тянуть, они могут порваться. В общем, конечно, очень удобно, когда они находятся вот в такой вот коробочке.
Вот, и поэтому я очень рада, что мы их заказали. С огромным удовольствием будем ими пользоваться. И, наверное, если будет такая возможность, я себе закажу тоже, потому что сами наушники просто обалденные, действительно, и по качеству, и по звучанию. Они, кстати, шли вот в такой вот коробочке. Я ее сохранила и забыла показать. Вот, стоили они недорого, что-то около 200 рублей, если на наши перевести. Я считаю, что очень классно. И дочка давно у меня уже просила вот такие вот всем известные часики. Они вместе отлично сочетаются. Вот так вот подходят друг под друга. В общем, там тоже есть огромный выбор цветов. Ну, я думаю, что все уже видели эти часики. И она хотела вот такого мятного цвета. Они вот так вот смотрятся на ручке. Совершенно очаровательно. Но, к огромному сожалению, они не работают. Вот они пришли к нам и не работают. Мы сначала, естественно, там стояла батарейка. Естественно, мы подумали, что батарейка севшая. Мы купили новую, вставили ее. Но они как не ходили, так и не ходят. Вот, поэтому очень жаль. Я, возможно, попробую какую-то часовую мастерскую их отдать, хотя не знаю, поддаются они ремонту или нет, но просто очень жаль, действительно, такие красивые часики. Она их так ждала, так хотела их носить и разочаровала нас, конечно, то, что они оказались нерабочие. Конечно, стоят они копейки, но все равно хотелось бы, чтобы они ходили все-таки. Вот, это было то, что касается мелочи. И две вещи у меня было из одежды. Значит, первое, это вот такая вот кофточка с прозрачными рукавчиками и верхом, трикотажная, обычная такая, тоненький-тоненький трикотаж, я ее заказывала для себя, заказывала самый большой размер XXL, но она мне прям в обтяг, вот, но с другой стороны смотрится она неплохо, и она из-за того, что она в обтяг, она такая вот полупрозрачная становится, вот. И поэтому как бы черное белье одеваешь, в общем, все равно видно, как бы просвечивается, что оно черное белье. И здесь, естественно, лямки все видны, но я уже носила ее пару раз на работу. В принципе, мне нравится, как она смотрится, но так, скажем, немного откровенно, потому что и сверху прозрачная, и сам вот этот вот материал немножко просвечивается, поэтому... Ну, буду носить, она мне понравилась, в принципе. Хотя, конечно, на более меньший размер, чем мой, была бы, наверное, более симпатично смотрелась, не так бы облегала. И на мой 46-48 оно, конечно, сильно облегает меня и так выделяет все складки, так скажем. Вот, поэтому, ну, все равно мне она понравилась. Мне нравятся вещи, которые вот с прозрачным верхом идут, рукавами. Красиво смотрится, так довольно нарядно, симпатично. И, в общем, буду носить, довольна, что ее заказала. В отличие от другой вещи, которая меня расстроила, в общем, это платье. На картинке, я вставлю картинку, как это смотрелось на сайте, это выглядело как такого кофейного цвета офисное платье. Вот я, в принципе, так и рассчитывала, что оно будет именно такое. Вот, но пришло оно вот в таком материале. В общем, это материал, из которого обычно шьют водолазки. У меня такая есть розовая водолазка. Вот практически один в один материал. Вот он такой вот тянущийся полиэстер. И естественно, что нижняя часть платья из такого материала, это будет смотреться, мягко говоря, не очень. В общем, я взяла, опять же, большой размер Элечка. Стоило оно это платье 6 с чем-то долларов на сайте. Но оно, конечно, в принципе, моего размера, но так как оно из такого вот материала, тянущегося и вот эта специфика этого материала, как лайкра наподобие, что оно очень сильно облегает все изгибы тела. И если, может быть, я была бы стройной, может быть, это было бы и нормально, но так как у меня... 10 кг лишних хочу сбросить, но никак они не сбрасаются, сбрасываются. Вот, поэтому у меня облегают все вот эти мои складки, которые совершенно не нужны к облеганию. Вот, и это смотрится крайне некрасиво. Выделяется все белье, чулки, там колготки, все выделяется полностью, все. Не знаю, может быть, я попробую сфотографировать и показать, как это смотрится, но, конечно, смотрится это вообще не очень, мягко говоря, не очень, не знаю. Здесь также идут вот такие вот рукава, и подразумевается, что они вот так вот подворачиваются. Здесь идет
вот такая вот штучка, но куда она крепится, я так и не поняла. Здесь должна быть, по идее, пуговица, и прицепляться куда-то должна быть. Это веревочка. Но пуговицы здесь никакой нет, и я так и не поняла, к чему она вообще крепится. Здесь идет вот такой вот пояс, и на нем еще обычный пояс. То есть такой же ткани идет обычный кусочек материала. В общем, смотрится это крайне некрасиво, хотя цвет очень приятный, такой кофейный. Мне такой цвет нравится, особенно носить осенью, зимой. Возможно, было бы хорошо, если бы можно было бы ее обрезать и сделать как кофточку какую-то, тогда было бы более-менее. Вот, но как платье это смотрится, вот верхняя часть смотрится нормально, мне нравится, как она смотрится, но нижняя часть это просто кошмар какой-то. Поэтому я ее носить, к сожалению, не смогу, это платье, и отдать тоже я сомневаюсь, что кто-то будет носить, поэтому я вообще не знаю, что сделать с этим платьем. Даже вот так одеть дома, когда гости придут, это будет смотреться, ну, не очень это будет смотреться. В общем, я вставлю, наверное, все-таки, как это смотрится на мне, хотя это позорище из позорищ. В общем, ужас просто. Такое вот платьице меня, конечно, расстроило. Очень хотелось иметь такого кофейного цвета красивое платье в офис. Но, к сожалению, не судьба. Вот, и сейчас покажу еще, были три вещи с Алиэкспресс сайта. Значит, я заказывала себе юбку в офис, вот такого вот насыщенного, красивого синего цвета. Очень-очень она мне понравилась, стоила она, конечно, не бюджетно, что-то около 12 долларов почти. Но качество этой юбки просто выше всяких похвал. Я думаю, что эта юбка, если бы была у нас в продаже, если бы я ее видела, стоила бы она порядка 2000. То есть все равно дешевле на сайте. Единственное, конечно, сказала я самый большой размер, как обычно, и она мне большеватая. То есть талия она мне очень свободна, но видно, что прям огромная. Я думаю, что на размер 50, наверное, она была бы как раз. Мне же на мой 46-48 она свободная. Но я ее все равно ношу, потому что она мне очень-очень понравилась. Здесь вот такой вот очень красивый сверху рисуночек с какими-то декоративными заклепочками. Смотрится это очень красиво. Плотный такой материал, как идет хлопок с полиэстером, но больше здесь хлопка, действительно, очень-очень качественный. Он не просвечивается, он не электризуется. Он действительно то, что нужно именно на осень и на зиму, я буду носить его в офис. И вот такие вот кармашки идут сзади, обманки, это не карманы, а так, чисто. Вот, и разрезик небольшой идет. В общем, эта юбка идет по колено, обычная офисная юбка-карандаш, отличного качества. Там и на сайте есть и такого бежево-розового цвета, и черная она идет еще. В общем, супер юбочка. Кто хочет такую юбку в офис, не теплую такая, а средней по плотности, то могу смело посоветовать. Она мне очень-очень понравилась. 3XL у меня размер. В общем, надо было заказывать просто 2XL или XL. Вот. Ну, я, как обычно, перестраховалась. Кстати, замочек здесь тоже идет вот такой вот потайной. Очень хороший. У меня обычно с этими замками всегда проблемы. Но в этом замке проблем нет. Он очень хороший, хорошо застегивается. Отличный замочек. Здесь идет подкладка вот такая вот. Тоже довольно качественная. Все отлично прошито. Нигде ничего не торчат швы. В общем, юбка, я осталась просто очень-очень довольна. Могу ее посоветовать. Отличная юбка. Просто супер. Внизу также будет ссылочка на мой отзыв. И вот такая вот блузка. Очень давно я смотрела на эту блузку. Также в офис я ее брала. На сайте, на многих сайтах китайских они есть, эти блузки. Они идут также, по-моему, где-то, наверное, 5 расцветок. Черная, белая, я знаю, есть розовая. И вот такая вот мятная. Мятная красивая блузочка. Здесь идет, значит, декоративный, опять же, вырез такой вот, как на этой блузке. Я очень-очень люблю эту блузку, поэтому я что-то похожее хотела заказать. И вот такой вот бантик. Типа под золото, не знаю, ну он, конечно, может немножко дешевит блузку, но, в принципе, смотрится он неплохо. Значит, какие-то декоративные, как выточки здесь идут, и черная вот такая вот каемка. Вот, все хорошо в этой блузке, но я не угадала с размером. Я, как обычно, перестраховала, заказала самый большой, и он мне, XL я заказывала, да, и он мне большой. В общем, хотела я, чтобы она была вот так вот, как эта блузка, она мне, то есть, не сильно облегает, но и небольшая, не маленькая, в общем, то, что нужно. Эта же блузка мне просто огромная. Здесь идет сбоку замочек, вот,
если видно его. Замочек вот идет. Он мне совершенно не нужен, потому что она мне и так, наверное, на размера 2 больше точно. То есть эта блузка смело подойдет на 52-й, наверное, размер. Поэтому на мой 48 она широкая очень. Я, конечно, ее уже одевала в офис также с брючками черными. В принципе, смотрится неплохо, но мне кажется, она меня полнит. Потому что я и так как бы не и худенькая, а так вообще кажется, что я какая-то громбаба. Не знаю, просто вот жалко. В общем, жалко и нравится. И, в общем, и цвет красивый, и качество хорошее. Материал, кстати, такой под шифон. Тоже отличный материал. Он не электролизуется, не прилипает к телу. В общем, отличное качество материала, кстати. И пошито хорошо тоже, нигде ничего, ни нитки не торчит, ни все. И вот это вот мое разочаровашка, конечно, вот оно просто огромное, блузка, действительно. Жалко, жалко, очень жалко. Возможно, я ее все-таки, может быть, ушью, хотя вот тут замок. Если бы замка не было, может быть, это было бы и реально ушить. А так, конечно, ну или, возможно, вот по этой блузке померю и попрошу, чтобы сделали мне похожую блузку вот на эту. Потому что материал, и качество, и цвет мне очень нравится, такой мятный, красивый. Поэтому такая вот у меня интересная блузочка. Стоила она вообще недорого, что-то 5 с чем-то долларов. Поэтому, ну, в общем, могу посоветовать, хорошая блузка, только выбирайте размер по себе. По размерной таблице они больше. В общем, они идут размер в размер, получается. И последнее, о чем хотела рассказать, это был свитер для моего мужа. Вот такой вот очень-очень качественный свитер, девочки. Вот его могу посоветовать от чистого сердца. Кого мужчины любят носить такие вещи осенью и зимой, это просто то, что нужно. Единственное, не было цветов определенных на сайте. Я выбрала именно вот такой синий. Там он вообще есть в трех цветах. Такой серо-черный, фиолетовый, такой сиренево-черный и вот такой синий-черный. Он идет как градиент, то есть снизу темнее, сверху светлее. Такой голубой, красивый, насыщенный цвет. Очень-очень он приятен к телу. Просто вот я сейчас дотрагиваюсь до него действительно приятно дотрагиваться. Это идет кашемир с шерстью. Действительно чувствуется, что здесь есть и шерсть, и кашемир. Качество просто отлично. То есть это видно, что это отличный китайский фабричный товар. Сшито просто обалденно, тоже опять же нигде ничего не торчит, качество, ну просто обалденное. В общем, я взяла для мужа размер 3XL, у него 50-52 где-то размер, и ему просто отлично подошел. Я опять же ставлю фотографию, как это смотрится на нем, но свитер просто чудес. В общем, заглядывайте обязательно по ссылочке моей и заказывайте для своих мужчин, я думаю, что они будут довольны. Такой вот очень красивый свитерок. И он подойдет как раз не на сильно холодную зиму, а вот когда такая температура, как сейчас у нас, это где-то плюс 5 на нулю, вот так. Просто отлично под куртку. Это то, что нужно. И такой вот совершенно очаровательный свитерок. Муж остался им в полнейшем восторге. Хотя я брала без его совета, сама мне понравился просто он на сайте, я его заказала. Ну, вот такой вот у меня, вот такие вот у меня были заказики с китайских сайтов. На этот раз они были у меня 50 и 50. Удачные, неудачные. Спасибо всем большое за внимание. Надеюсь, вам мое видео оказалось вам чем-то полезным. Всех вас люблю, целую. Пока.